Всем привет, уважаемые друзья! С вами, как всегда, Такс и Томми. Сегодня мы играем в Scrap Mechanic, безумное дерби в воздухе, да-да-да. Всем привет, ребятки! И сегодня мы, ребятки, со Славой строили практически 2 часа эту безумную площадку в воздухе для дерби. Мы потратили очень много времени, и не забывайте, ребятки, сейчас в первую очередь писать в комментарии, какие бы вы изменения добавили в нашу площадку. Я прочитаю комментарии, учту ваше мнение, и в следующем ролике по дерби в скрэп-механике уже будут изменения, которые вы написали в комментариях. Вот. Ну а мы сейчас со Славой приступаем. Кстати, машинки, которые мы добавили, и механизмы, мы не знаем, какие мы добавили именно. Я свои, а Слава свои. Это будет некая интрига и разнообразие. И победитель у нас учитывается по истечению 10 раундов. В общем, приступаем. Сейчас будет наш первый раунд. Погнали! Ну что ж, ребятки, погнали. У нас первый раунд. Я еще не знаю, какую славян поставил-то. О, интересно, интересно. У меня тоже, кстати, слушай, полуспортивная машина. У тебя прям спортивная формула. Ну, у меня какой-то мустанг. Ну что, давай приступим, да? Кто кого? У тебя какие-то опасные штуки, слушай. Нет. Как? Не справляешься? Справляюсь, братан, справляюсь. Я хочу заняться, чтобы ты прям вылетел за счет моего бампера, который... Я тебе дам бампер. А, так слушай, ты не подлетел, почему? Нет, я не подлечу, братан, я тебя сейчас столкну любой ценой. Видите, у нас, кстати, такие опасные штучки, типа, означают опасность. Ой, конечно, ФПС не радует. Нет, я застрял, слушай, у меня есть фора. За счет того, что я застреваю, ты сейчас меня должен как бы развернуть. Давай. Нет, я хочу тебя... Давай. А если вот так? Я не свалюсь туда, я не свалюсь, ты чё, на лоха рассчитываешь меня? Давай. Чуть-чуть. Угу. Так, куда ты я поехал? Главное не выпасть. Первый раунд должен быть за мной обязательно. Прям, опа, иди сюда. Камон. У тебя что ли мощность двигателя больше, эй? Возможно. Ну, кстати, я не выталкивался. Почему? Нет. А, я свалился. Так, все, лежи здесь. Чуть не упал, капец, как опасно, ребята, опасно очень здесь. Места не так уж и много, то есть мощность двигателя здесь разворачивает вас. Давай, надо было здесь дырку больше сделать. А чё, если я сейчас выйду и развалю под тобой пол? А почему меня, в общем, не едет она, слушай, все, я застрял. Значит, ты, ну если тебя вытолкну, у тебя, в принципе, опять же шанс будет, но сейчас посмотрим, давай. Опачки, давай. И, как, получается, нет? Я сейчас чуть сам не упал, давай, опа, выезжаем. Что нет, так, я все, пока я... Пока нет. Все, давай, сейчас все от меня зависит. Вылазь, все от меня зависит, братан, сейчас я тебя вытолкну. Тебе мало не покажется очень. Что ты хочешь сделать? Ага, не дает мне залезть, понятненько. Ты ко мне хотел залезть или что? Нет. Сейчас ты у меня вылезешь, братан, сейчас ты вылезешь, вообще, только так вылезешь. Только бы мне вылезти сейчас из своей машины для начала. Да что ты придумал, ну-ка рассказывай, обманщик. О, господи. Вылез, колесо одно вылезло. Вылез, да? Давай я тебя просто вытолкну. Так. Опа, опасно. Все, продолжается у нас игра. Подожди. Так, у меня есть момент, пока он вылез из машины случайно. Тачка моя! Нет, давай! Надо было установить на бампер эти штуки. Опа. О, спасибо. Давай, иди сюда. Куда вообще не едет? Что ты делаешь? Да оставь ты мою машину. Да почему тормозит-то, когда она... Потому что я выпрыгиваю, и она затормаживает сразу. Давай. Птичья моя новая. Сейчас, ребята, все будет. А если жопкой в тебя въехать? Нет, братан. Разворачиваю тебя. А, слушай, мне не едет, все. У меня задний ход слабенький, поэтому я поехал. Вперед. Слабенький, сейчас тебе задний ход устроен. Давай, иди отсюда. Фига ты пролетел. О. Стой! Давай, опасно! Давай! Опа! Давай! Вылазь, нахрен! Давай отсюда прям. Не трогай блондиночку. Отлично. Ты просто брейкданс устроил сейчас. Я очень опасный чел. Я, знаете, как мощность увеличил, чтобы его столкнуть. Нет! Давай. Ну почему не падает? Нет! Плес! Нет! Завис! Давай, родная. Ну что ты делаешь? А прикинь, если мы вдвоем застрянем, это как вообще будет? Я не знаю, как это будет. Давай. Давай. Нет! Первый раунд за Славой, и он побеждает в этом замечательном, просто потнейшем раунде. Ну ничто еще не предвещает победы ему, потому что следующие раунды у нас впереди. Ну и ребятки, у нас следом за первым, конечно же, идет второй раунд. Я еще не знаю, что Слава поставил, что ты там... Слушай, да ты прям подсмотрел и что-то сопоставимое мне поставил. Так, мне надо быть аккуратным. Лоп. Ой, братан, этот раунд сейчас будет... Нет, это не честно, слушай, нет, все, я...
Братан, этот второй раунд ты отдаешь просто по... просто на изи. Я забираю второй раунд, и счет становится 1-1, ребятки. Следом за вторым идет, конечно же, третий раунд. Новый раунд, новые победы или новые победы. Ты трактор взял! О, господи, у меня тоже что-то наподобие. Танк, слушай, иди отсюда, я не... Все, я поехал. Это даже не танк, братан. Хочешь, я тебя удивлю еще сильнее? Я знаю, давай, давай. О, как тебе такая машинка? А как тебе вот так? Она сейчас тебя упадет, смотри, нет? Нет, я буду тебя таранить вот так. Да иди. Так, а если... Где мои коровы? Где мои лошади? Да... Очень быстро, ребята, моя толкучая штука, смесь просто горючего. Давай, складывайся. Я тоже застрял, кстати, в той дырке, но ничего, уже счет 2-1, кстати. Меня разозлил, жди просто войны, понял? Жду, братан, войны. И у нас, ребятки, следующий раунд, и сейчас мы выясним, кто кого столкнет и кто победит. У меня вот такая замечательная тачка, родстер такой, хот-род, не знаю, как назвать, у нее есть гидравлическая штука и открывающаяся крыша. Но у Славы... Это что за осьминог? Что это такое? Просто, знаешь, у нас сейчас просто битва времен. Подожди, я развернусь хотя бы. Что за троянский конь? Ай, видал, что у меня есть? Братан, это что-то опасно. Иди сюда. Иди сюда. Тихо, что-то ты очень сильный. Подожди, не толкай, подожди, сложно было. Там прям миг. Так, что ты делаешь? Мики, голова не болит. Давай. Опа. Нет! Я вместе с тобой летел! И как мы этот раунд кому присвоим? Кто первый упал, наверное, тот и проиграл. Значит, ты проиграл, значит, опять очко мне уходит. Опять очко тебе. Давай, спасибо за очко, братан. Да не за что, бери мои очко. Ну и у нас, ребяточки, пятый раунд. У меня уже 20 кадров в секунду в игре, и я даже не знаю, опять же, что за машину выбрал Славян. У меня вот такая мини-рамповая тачечка, да? Я пытаюсь сейчас тебе проехать. Давай, проезжай. А ты над... Ой, мне надо рампы развернуть. Нет. Ап. Нет. Нет, слушай, у меня помощнее будет. Очень несопоставимые машины, очень мало кадров в секунду. Ребят, это дерби не на мощность машины, а на мощность компьютеров уже как будто бы. Давай, если ты вот сейчас упадешь, то все, я могу иметь шанс еще тебя победить. Нет, я в дырку просто додавил. Мои рампы, которые я навесил, меня спасают еще. Давай, держись. Я застрял. Держись. Ну, давай, я потихоньку падаю. Всё. Нет, держись. Но при этом ты своим весом держишь меня, братан. От да души не, спасибо. Не. Сейчас упадешь. Или опять вместе, да, как всегда. Ну, давай. Сел в машину быстро. Держись. Нет. А ты что, за мной что ли решил? Нет. Я проиграл в этом раунде. Ну, а тем временем счет у нас 3-2, и сейчас у нас уже 6-й раунд на повестке дня, и я поставил вот такую замечательную нехитрую фигню, конструкцию. Я пока не смотрю, что там у Славы, подожди, мы не начинаем, смотри, что я могу сделать. Вот ты можешь посмотреть, а я пока не смотрю на твою. Я смотрю тебя, да. Так, неплохо, слушай, неплохо. Ой, что ты у тебя за гусеница? За это, то было бы вообще шикарно, но... О, слушай, подожди. Она очень высоко, да, поднялась там? Едь вперед. Слушай, не падает. Не падает. Подожди, дай ребяткам покажу, что это такое вообще. Это огромный лифт вверх, который я могу складывать. Стой, давай я на него залезу, короче, опускай его вниз. Подожди, сейчас опущу. Давай. Я запрыгну. Подожди, ты меня обмануть решил, да? Нет. Давай я заново поставлю. Все, братан, иди к своей херне, и мы начинаем. Я хочу улететь. Подожди, давай разок. Да? Разок можно. Да, давай, вверх меня. Запыляй. Нормально. О, вот это отлично. О, как ты отскочил. Все, иди к своей фигне, и мы начинаем следующий раунд, ребятки. 6-й уже, кстати. Счет 3-2, напоминаю. Ты не видел, что моя еще может машинка? Сейчас я буду пользоваться своей хитростью. Нет, смотри, конструктор, смотри, Лех. Видишь конструктор, смотри. Опа. Что за... Круто. Круто. Я очень рад за тебя. Все, поехали, давай. Как с тобой вообще сражаться, я не понимаю. Подожди, мне очень сложно вывернуться отсюда, потому что у меня очень широкая колесная база, которая вваливается в эти дырочки. Наверное. А давай подпрыгнешь, я по тобой пройду. Давай на меня. Так я это и хотел сделать, чтобы ты так вот лоханулся со мной. Давай. А я сейчас еще. Братан, я улетаю! Давай, иди ко мне. Опа! Ты меня столкнуть решил, да? Конечно. Нет, братан, нет, я тебе не отдам победу. Что за битва конструкторов? Все. Давай, братан, ты не будешь. Нет, почему у тебя сильнее эта машина? Почему?
Ничего. Так, ладно, я опять свою использую штуку. А если сейчас... У меня сломалась она. Братан, да? У меня сломалась. Что? У меня лифт сломался. Я сейчас упаду. Нет, давай, едь. А почему у меня лифт сломался, ребята? Объясните мне. Why so это эпик? Давай. Выезжай. Родной, галимый, давай, родимый. Ты не пройдешь здесь, понимаешь? У меня дырки вообще как бы ничего. Так, я вылезу вот эти штучки, уберу с ними. Мне лагает все. Стой, держусь. Да как ты держишься, как? Смотрите, а да ладно. И кто выиграет? А ты тоже сядешь? Ладно, я в свою сяду. Давай я тоже буду карабкаться. О, спасибо, поддержал меня. У меня сломался мой лифт. А у меня... Я просто не буду двигаться, надеюсь, что ты сейчас раканешь и упадешь, а я спасусь. Давай, выезжай. Я тебя должен столкнуть. Нет. Если я тебя не сталкиваю, значит, очко не засчитывается, и у нас раунд ничью уходит. Пока ты не упадешь, либо пока я не упаду. Нет! Держись! Нет! Ну ладно, счет 3-3 становится тем временем, ребятки. Славе повезло за тем, что он выдержал своей штукой. Конструктором своим колеса зацепились именно в том моменте под тем углом. Это круто. А мой лифт, кстати, сломался. Что с ним? Что? Я не вижу тебя, слушай. Капец, ребята. Если бы у меня было так... А снизу он раскрылся, да? Да. Как с парашютом. Ну ладно, давайте следующий раунд уже. Славян, отгадай, что за машина у меня по одному гудку. Это ЗИЛ, наверное, да, какой-нибудь, либо КамАЗик. О, ты угадал, и, кстати, очень близко. Очень хорошо угадал, не очень хорошо, чуть не уехал, потому что... Что у меня, просто угадай, что у меня. Управление этой машиной очень сложное, ребята. Это я вам первое, что говорю, потому что колеса... Подожди. Колесо? Колесо? Чувак, едь отсюда. Нет, иди сюда. Иди сюда, мне интересно, она упадет. Какие лаги, ты падай, братан, падай. И все, что ли? 6 кадров в секунду, братан. Слушай, она не валяшка? Серьезно? Не валяшка. Ничего себе, мне Братан, спасибо за очко, я выиграл. 4-3 счет становится тем временем. Ребята, 7-й раунд закончился очень смешно и очень круто. Переходим к следующему раунду. Зилок победил, даже не толкая своим внешним грозным видом. Русский автопром всегда тащит. Даже, смотрите, я завис в воздухе. Блин, смотри. Ты видишь снизу? Я видел. Да, вижу. Я просто завис. Даже бы если упал, ты бы все равно меня не столкнул. Так что этот раунд однозначно за мной, ребятки, безусловно и безоговорочно. 4-3 счет. Ну и мы, ребятки, готовы. И, кстати, по сенсорам, которые с другой стороны, я думаю, что у Славы тоже мотоцикл, как и у меня. У меня тронбайк, а у тебя... О, у тебя помощнее будет на вид. Что-то похожее. Да, давай так добиться. Сейчас озернусь, погодь. Что-то трясется все. Оп. Давай. Прям чуть в канавку не упал. Давай. Как же это потно-то. Давай, толкай. Нет. Давай, укатывайся. Все скачет, все просто. Скачет FPS, скачет все подряд, да. Сенсоры, надеюсь, вы будете работать нелагающими, да? Как я откачусь. Слушай, подожди. Как потно. Ой, да ладно. Как я мимо тебя проехал? Ты просто по дырке проехал. Да? Узенько сейчас будет, подожди. Ой. Это раунд. Давай. Нет, падай. А мне что делать? Перевернись. Сальтуха, братуха. Слушай, я застрял. У меня ни одно колесо не двигается, ни туда, ни сюда. Это хорошо, твои сенсоры, возможно, сейчас сломаны. Ой, слушай, падай. Развернуться. Не разворачивайся там. Эй, ты что делаешь? Чего я сначала? Я тебе не... Ты вылез, ты понимаешь, что ты... Недавно. Это мастерство, которое я сейчас, видимо, пропил. Ты вылез. Слушай, ты вылез, это, да? Это просто нечто. Ты такой мотик жесткий. Он даже получше всяких КамАЗов твоих будет, Лёв. Да, давай тогда посмотрим. Не, куда ты меня? В дырку прямо. А куда мне чуть тебя, братан? Давай, сейчас будет 5-3. Давай. Нет, будет нет. Если ты по мне попадешь, конечно. Слушай. У тебя он жирнее, чем мой, понимаешь? Жирный. Не, подожди. Поезд пассажирный, давай. Дырочку, надо, братан, выехать. О-хо-хо, тебя заехал задним колесом, найс. Давай. А там мне вы... Я держусь, ты первый упал. Отлично, 5-3 у нас тем временем счет становится, ребята. Ой-ой-ой, напряженно. Слава, тебе сейчас нужно отыграть раунды, очень напряженно. Леша, я на тебя очень сильно зол, мне нужно отыгрываться, поэтому готов. Братан, что у тебя за зелок? Давай, едь ко мне. Ты честно, слушай. Едь ко мне, давай, ко мне, едь. Ты читер, слушай, бан. Давай. Сейчас я в тебя вбанюсь. Подожди, не, братан, дай я выйду, подожди. Все, аривидерчи, если я сейчас, конечно, поеду. Подожди, турбина.
Подожди, я тогда... А, вон он! Стой, подожди! Вот там, братан! Что за херня? Что за хрень я выбрал? Просто очко отдал! Просто очко отдал! Господи, ребята! 5-4 счет! Это лол! Это что за катапульта поддавательная? Это что за фигня? Ну и, ребятки, последний заключительный раунд. Счет 5-4. Пока что в мою пользу. И сейчас либо ничья, либо я выигрываю. Ну что, Славян, приступаем. А, ты, кстати, тоже ту же самую тачку выбрал. Я взял 5 машинку, да, потому что она... А я взял такую тоже более-менее простенькую. Давай, братан. Это будет напряженный раунд. Наверное. Я на это надеюсь, потому что мы должны сейчас решить, кто из нас кто. Давай. Кто первый прикоснется земли, тот и проигрывает. Отлично, да, я забираю свое очко. И счет становится 6-4 в мою пользу. И мы выигрываем, ребятки. Че ты мне хочешь молотком? Не-не-не, братан. Сейчас я улечу отсюда как-нибудь. Но все-таки, ребятки, если вам понравился данный режим дерби, пишите об этом обязательно в комментариях. И также не забывайте писать о том, чтобы вы добавили в изменения нашей конструкции площадки дерби, чтобы вы добавили, расширили или что-то еще. И какие бы еще, возможно, челленджи или режимы вы хотели бы видеть скрыт механики. Ставьте лайкусики, подписывайтесь на наши каналы. Ссылочки в описании. До скорых встреч. Пока, это было реально круто. Пока-пока, ребятки.